Привет, дорогие друзья. Ну что там, ситуация уже постепенно налаживается на фронте. Вы знаете, что идут уже захваты ВСУ все новых и новых населенных пунктов. Дошли уже до границы с Российской Федерацией. И уже даже некоторые населенные пункты на территории Российской Федерации. Короче, так, наверное, должно было быть. Такие сообщения должны были быть. Прошло уже более недели после того, как американцы выделили значительные средства. И хотя они не настолько значительные, как об этом все рассказывали, но тем не менее что-то должно было уже произойти. Что мы видим на сегодня? Ну, помимо плача Ярославны за границей относительно того, что не выдают, нарушая все возможные нормы, не выдают документы и, короче, не предоставляют ни услуги. Это обязательство государства. Если государство не предоставляет эти услуги, то есть не выполняет свои обязательства, то все, ну нахрен такое государство. Это значит, что оно не настоящее. Не настоящее государство или какое-то конченое. Вот. На фоне всего этого сейчас происходит интересная вещь. Там бывший народный депутат запостил такую штуку, что, мол, набирается какой-то там элитный полк девушек, там какое-то элитное подразделение, не буду говорить полк, там, я не помню. Вот. Но помню точно, что надо пройти там спецподготовку, собеседование, и только лучших из лучших оставят. Но все это подается так, как будто бы, знаете, это элита, останется элита. На самом деле, конечно, это значит, что мужиков нет, наберем-ка мы бабеночек. Тем не менее, подписание произошло неделю назад, но буквально сразу нам напомнили, что подписать не значит прислать. Этот процесс может занять несколько месяцев. Ну а пока оружие будет идти, говорят, оно уже вот тут буквально на границе стояло, стояло, не знаю. Но пока что границу не пересекло. Вот до этого момента будет еще отступление и будет сдача населенных пунктов. Буквально за минувшие выходные россияне имели успехи в нескольких населенных пунктах. Важный узел обороны от Черетина уже, можно сказать, потерян. Трещит оборона Красногоровки. Главнокомандующий ВСУ Сырский в который раз уже заявил о том, что ситуация тяжелая. Это еще даже не началось лето, когда ожидается большое российское контрнаступление. А оно ожидается. И все больше и больше экспертов, причем ну, внятных, вменяемых, в Украине вменяемых, наверное, уже не осталось, вменяемых экспертов, в том числе на Западе, говорят, что у русских хватает сил. Русские сильны сейчас. Русские выпускают новые вооружения. Русские могут сейчас то, чего не могли раньше. Русские сейчас и русские в 22-м году – это два разных полюса. Это говорят на Западе. Это говорит не российская пропаганда. Они, в принципе, и в феврале 22-го года говорили, что армия там самая сильная, все такое. Но сейчас-то ведь на самом деле так. Совокупный размер финансирования оценивается прессой как недостаточный. Под предположением Reuters, каждый год Киеву понадобится 88 миллиардов евро, чтобы как-то компенсировать наращивание военных расходов Кремлем. Уже к лету 2025 года Киев опять может остаться без оружия. И это уже вне зависимости от того, кто займет место президента Соединенных Штатов Америки. Говорят, что денег, даже если США конфискуют все активы. Вы знаете, я написал в Телеграм про Нигерию, которая внезапно решила забрать свои золотовалютные резервы в Штатах. И это, конечно, объясняют тем, что нам надо больше самостоятельности. Знаете, что это? Цять в карман. Потому что на самом деле никто не хочет хранить деньги у тех, кто их может просто забрать. Так вот, даже если Штаты решат конфисковать полностью все, что есть у них российского, и все это полностью передать Киеву, этого хватит на ведение боевых действий до 28 года. Во-первых, приготовились к увлекательным 4 годам. Заставляло понервничать швейцарское издание «Блик», которое со ссылкой на обороняющих часов яр украинских военных предупреждает о возможном падении Донбасса уже в октябре, после чего ждет заморозка конфликта и придется вести переговоры с Путиным. Но там они выдали вообще полный набор ужаса и страхов, потому что Россия на захваченных территориях заберет всех мужчин в армию и отправит эту армию, уже состоящую из миллионов, на Европу, где они варвары. Все разгромят, и снасильничают и съедят все побеги эти кукурузы. Основные причины вероятного поражения – запоздалые поставки западного оружия, недостаточное его производство. Это официал. Не официал, конечно же, это снятие Залужного, назначение мясника Сырского, для которого выполнить приказ Зеленского намного важнее, чем сохранить
жизни солдат. Происходящее уже называется в ВСУ геноцидом лучших солдат. Три бригады пытались протестовать, их в итоге расформировали, распихали по другим подразделениям, где они там, ну, как бы благополучно погибают. Да? Геноцид лучших солдат. При этом говорится о том, что главное все-таки не в том, что поздно вооружение, недостаточно вооружения. Да некому воевать этим вооружением, господи. Это то, с чего я начал. Поэтому они говорят, женщины, о, у вас есть шанс. Есть еще шанс, отравитесь от своих детей, там мужей, все такое. Идите сюда, мои хорошие, давайте, у вас есть шанс. Абсолютно это не страшно, это как всегда они говорят. Операторы дронов там или еще что-нибудь там. А, дронов. Численность бригад сократилась до 40%. Даже 30%. По словам солдат, мобилизация этого не исправит. Те, кого сейчас призовут, начнут готовить к боям, придут на передовую не раньше октября. А до октября Российская Федерация заберет от сих до сих и еще на бурячки. При этом всем, благодаря New York Times, подтверждается, что это США давили на Киев, чтобы тот поскорее принял закон о мобилизации, поскольку от этого зависели поставки западных вооружений. В самом деле, Зеленский многократно говорил, что американские мальчики не будут воевать, если вооружить мальчиков украинских. Так будет дешевле. Вот только почему самых дешевых украинских мальчиков становится все сложнее загонять на войну. Не получается загонять этих мальчиков. Мальчики, понимая, что их используют как дешевое мясо, в противовес мясу дорогому, понятно, европейскому, американскому, они не хотят становиться мясом, идти на мясокомбинат без ручек, без ножек, все прыгать там и так далее, да, чтобы их перекручивали на котлеты. Они не хотят, кто их может винить в этом? Я могу винить только тех уродов, которые до этого бегали и рассказывали, как кому жить в Европе. Ну а сейчас эти уроды выглядят двояко, когда выходят вот с такими вот харями на протест против переговоров в Германии. Они выходят в Баварии протестовать против переговоров. Так иди воюй, что ты выходишь тут? На самом деле, что хотели сделать по поводу жертв, да, в Российской Федерации? То есть, что Украина информационно хотела сделать? Киев. Что Киев хотел информационно сделать? Вызвать испуг в Российской Федерации. Что вызовет буквально там, ну вот, вот жертвы сейчас заберут, отправят, все такое. Мобилизация, тебя заберут, могилизация. И это должно было вызвать едва ли не бунт против Кремля в Российской Федерации. Вызвало это только политическую миграцию, но отвалили те, кто и так был особо там не особо нужен, да. А вот в Украине получилось иначе. Впоследствии, пока еще тогда главком Залужный сказал, что одной из крупнейших ошибок было думать, будто высокая смертность, которая стала бы шоком для многих других наций, способна повлиять на россиян и заставить их остановить войну. Но остальное руководство все это время плело о том, что в отличие от нечувствительных русских, для нас важна каждая жизнь. Поэтому мы, когда надо, отступаем, чтобы сберечь солдат, потому-то и погибло. Всего 31 тысяча бойцов по состоянию на февраль. Но, конечно же, общество, несмотря на то, что достаточного уровня отупения достигло, благодаря там, телемарафонам и прочему промыванию остатков мозга, тем не менее заметило, что кладбища разрастаются от сих до сих и разрастаются до горизонта. С 31 тысячи это никак не коррелируется. У людей возникали серьезные вопросы относительно неприступных крепостей, которые потом сдавались. Несмотря на рекомендации союзников, отойти и сохранить силы для наступления. Отойти и просто сохранить солдат. Офис президента заказывал дурацкие песни. Фортеце Бахмут, попрыгали, попрыгали и все. Сколько осталось в Фортеце Бахмут украинских бойцов? Все это вызывало легкое недоумение в обществе. Одно дело, когда ты сидишь в Канаде и хрюкаешь о том, как надо воевать до победы. А второе дело, когда тебя в Канаде говорят, а ну иди сюда, не хочешь ты показать, как надо воевать до победы, давай с Маузером вперед. Не хочет. При этом уже год назад у 63% опрошенных украинцев были родственники или друзья, которые погибли из-за вторжения. 63%. А поскольку сарафанное радио работает и воспринимается людьми намного лучше, чем радио государственное украинское, то люди отлично понимают, какой уровень потерь. The Washington Post, рассуждая о том, что Украина собирается выкарабкаться из образовавшейся в связи с задержками поставок ямы, ссылается на слова некого анонимного украинского нардепа, что заявленное Зеленским число 31 тысяча занижено, вероятно, потому что власти не хотят мешать непростой мобилизационной кампании. Западные чиновники рассказывают, что европейская программа обучения украинских военнослужащих в Европе замедлилась.
Почему она замедлилась? Может быть, меньше выделяют денег, забирая их у немецких налогоплательщиков? Может быть, нет. Просто некого обучают. Это свидетельствует об истощении кадрового резерва. Последняя бригада проходила обучение в Германии еще в зимние месяцы. Так все-таки, куда делось почти миллионное войско Зеленского? Почему ВСУ постоянно сетуют на то, что у противника численное превосходство? Западная пресса подтверждает мои слова о том, или вернее даже я соглашаюсь с западной прессой о том, что российская армия сегодня, и тогда это две разные российские армии, Эль Паис, главная испаноязычная, ну то Эль Мунда есть, и Эль Паис, короче, испанское издание, самое главное, оно сообщает о том, что российская армия, это совсем не та, над которой смеялись в 22-м, которая понесла ряд позорных поражений. Производство растет, санкции не помешали абсолютно. Количество РЭП увеличивается, россияне продвинулись в РЭП. Зачастую западное вооружение оказывается не таким уж крутым, как его описывали до этого. Это касается и определенных ракет, которые сбивают. Вот только сегодня ночью была опять проба пера в Крыму, позбивали. Это касается и Абрамсов, которые так боялись. Абрамс самый страшный танк, я когда-то вспоминаю, там мне рассказывали, что вообще он убивает все живое, воскресает все мертвое, как говорится. В американских СМИ уже появилась информация, что они оказались слишком уязвимы для FPV-дронов, из-за чего были потеряны по меньшей мере 5 машин, остальные попросили убрать с передовой. Эль Паис, в свою очередь, до этого уже оценила эффективность леопардов. ВСУ, правда, с этим не соглашаются, говорят, что боевые результаты американских машин очень хорошие, дроны мешают технике любого производства и так далее. Ну, короче, понятно, что еще говорить, но сейчас ожидаются истребители. F-16, это тоже представляется как что-то, нечто важное. Поймите, что я хочу, чтобы для вас не было шоком то, что произойдет потом. Я это уже говорил, что для огромной части общества будет шоком то, что в итоге произойдет, что неминуемо произойдет, к чему идет. Я не хочу, чтобы для вас это стало шоком. Пусть здесь будет элитный клуб людей, для которых не будет шоком то, что произойдет впоследствии, а впоследствии произойдет плохое. Истребители F-16 до Украины тоже не долетели, но им уже пророчат сложнейшие трудовые будни. Связано это не только с местами дислокации, со слабенькими ПВО. Ну короче, в общем, на самом деле F-16 это тоже пока что выглядит как жупел, который можно пугать, но эффективность которого будет в общем разной. Когда пойдут в контрнаступление? Когда ВСУ все-таки может пойти в контрнаступление, с учетом того, что личного состава все меньше и меньше? Говорят о том, что были прогнозы на 25-й, на 26-й, даже про 27-й год говорят. Это объясняется тем, что недополучение оружия негативно повлияло на общую ситуацию, после чего ВСУ понадобится время на подготовку новых подразделений. Есть и другой прогноз, который вряд ли можно назвать оптимистичным. О том, что ВСУ бросится в суицидальную попытку контрнаступления, чтобы успеть к выборам президента для того, чтобы оправдать выделение помощи. Лучше бы этого не случилось, скажу вам честно. Это реальность. Это реальность того, что сейчас происходит на земле. Не где-то там в облаках, не в офисе президента, не в мозгах Зеленского. Это реальность. Для того, чтобы не было шоком то, к чему все идет, а идет все. Я на 99% уверен на то, что склонив гриву, пойдут договариваться, показывая, что это большая победа, мы сохранили государство и так далее. Я об этом уже говорил, путем потери территорий, значительных территорий, которые теряются каждый день, чтобы это шоком для вас не стало. Пока.